Много лет назад у меня в доме была всякая техника и были соковыжималки. Ну, соковыжималка — это такая штука, которая нужна не каждый день, и я ее выбросил. Жил себе без соковыжималки, а вот сегодня она понадобилась. Но для того, чтобы сделать свекольный сок, для этого я решил взять свеклу очень сильно в мясорубке, которую я еще не выбросил, перекрутить, а потом вот так вот пытаемся из свеклы сделать свекольный сок. Стараюсь, чтобы у нас все-таки в кастрюле ушел в основном сок, но никак не сама тертая свекла. Руки при этом все красные, как будто я кого-то зарезал.